Привет, это Darksiders. Нужно здесь осмотреть все. А то мало ли. Валяется чего. Ладно, скачи. Как тебя ускорить-то? Тут опять очередная дверь такая. А, нет, это другая. Там разноцветные камушки. Это что-то новенькое. Она еще и открывается. Ну ладно, мне туда надо. Туда я и пойду. Ничего здесь не лежит? В смысле, ты что сделал? Как это получилось вообще? Тут где-нибудь есть несломанное здание, где не нужно вот так вот паркурить, а можно спокойненько пройти? Чего? Это бы было неожиданно, потому что всегда в играх все сломано, нужно карабкаться, и целого нету ничего. Туда хочешь? Понятно. Внизу там ничего хорошего нету. Ага, это для чего? Чтобы выбраться отсюда? Непонятно. Кнопки какие-то. То есть, может я время замедлять как-то смогу, встану сюда, или двойника. Стоп, вы, пацаны, можете здесь встать? А чего вы такие дикие? Зачем за мной бегать? Гады. Стоп. А у меня ключа нету, но там есть какая-то дверь. Нет, я не этого хотел. Отстой вообще. Я просто хотел сфокусироваться. Это что дает? Бомба там еще лежит. Это задвинулось, что ли? Ой, то есть отодвинулось. Непонятно. Ну, может, надо туда бомбу? Да, наверное, бомбу надо закинуть.
Блин. Как это работает-то? Все, беги. Можешь выбрать пушку обратно. Я об этом сразу подумал. Отстой. Там портал вон есть наверху. Та вторая не взорвалась, да? Что за дела вообще? Я не могу себе... Это что? Это может обратно так удирать надо будет? Вот только у меня нет портала. Почему ты в одно место крепишься? Хватай. Где следующее? Ладно. Испробуем мою чудо-тактику. Я надеюсь, это видно там будет. Да. И что у нас здесь? Ключ. Ладно. Теперь надо как-то назад вернуться. Только знать бы как. Аптечка. Ну, здесь хотя бы подъем есть. Я до этого этой штуки не видел. Но видел то, что там перейти можно. Так, а здесь что у нас? Ну понятно, туда я пройти успею, а назад нет. Это мне ни к чему. Возвращаться мне сейчас не надо. Тихо. Сдохни. Да я хоть иду. Ну добить можно. Нет, он не хочет. А сундук где?
нам. А за этим есть чего? Нет. Бомба есть. Бросай. Теперь могу туда подняться. Только я не знаю, мне дальше идти, что ли? А это куда приводит? Двигать там еще надо будет что-то. О, боже. Нет, зачем ты так жестко спрыгнул? Не туда. Давай ты аккуратненько спустишься вниз. Правильно. Тихо, нет, не наверх. У него получилось. А где еще сундук? Все, можно валить дальше, я думаю. Здесь ничего нету. Может быть, с другой стороны. Ладно. Там вон слева я вижу какую-то фигню. Ай, блин, я в другую сторону. А тут что? Тоже это куда-то ведет. Я вообще хоть там вышел, где надо. А то получится, что мне надо обратно в то здание. Это будет не классно. Дороги. Стоп, а здесь что? Я смогу забраться потом обратно. Как-то нет. И что за вещи вообще там? Косы отстойные. Защита 93. Ну, у меня сопротивление 62, силы 15. Пусть тогда пока то остается. Особенность мрака. Я забыл, что это такое. А, при каждом ударе вырабатывает энергию жнеца. Ну ладно. Не место для лошади. Мне придется идти. От
Ну в смысле, вызови лошадку. А здесь этот Вульгрим? Да, это он. Могу предложить кое-что новое, если успеете. Где у тебя что-то новое? Я вижу только старое. Можешь у меня купить всякую фигню. Блин, ему зелье продал. Он меня обманул. Я не хотел этого делать. Отстой, ее улучшать можно, а я все вещи продал. Я только сейчас про это вспомнил. Можно у тебя их выкупить? Новые товары. Выкуп столько же стоит, нет? Отдай мне мои вещи. Он мне 12 за него платил? Так. Улучшение. Или защита будет 57, или сила 14, или магия 14, или критический урон магии 19. Я не знаю, пусть будет сила. Так, критический шанс 12%, магия здоровья заказан. Вожу, почему нет? Сила увеличивается на 2. Или пробивающий урон. И без понятия, пусть пробивающий урон. А у них есть какой-нибудь максимум, до которого их можно прокачивать? Или нет? Давайте не будем драться. И зашел. Если это можно так назвать. Ты мужичок из зады, что ли? Ну или нет? Ну или да? Нет, вместо лошадей. Запрягли червей там каких-то летающих.
Я не могу здесь подняться. Так, птичка у меня там сидит, а здесь ничего. С этой стороны сундучок. Тут карты нету. Где мы вообще летим? Что там такое? Кости какие-то. Так, теперь мне на ту сторону, значит. Как это работает? Куда мне прыгать? О, боги. Эта штука тоже двигается или что? Ну вот я запрыгну туда и... Может реально как-то до той надо допрыгнуть? Да ты больной, засранец. А вот здесь что-то, блин, ушлепок. Ой, какой молодец. Зачем ты свой вонючий ствол схватил? Он нам все испортил, ладно. А то хватается за свой ствол. Тихо. Здесь ведь если пропустишь сундуки, то вряд ли к ним можно вернуться, да? Хотя кто знает. Ты допрыгнешь? Зря я ему доверился. Он допрыгнул, да? Как всегда. Так, боец. Может, это вот так вот делается? Ну, конечно. Кто же знал? Ты идиот! Зачем этот придурок схватился за пистолет? Какой ты инвалид. Да блин. Ты вообще допрыгнешь, нет? Да не... Ладно. Вообще, я хотел сначала там побежать вверх по стене, а потом прыгнуть, но... Получилось наоборот. В
бы построить нормальный летающий корабль. Это что это такое вообще? Что там внизу? Так, а я смогу подняться, если я спрыгну? Это то место, откуда я пришел? Нет? Нет, не похоже. Тут просто дырень, в которой ничего нету. Неплохо. Вечный трон. Кто там дерется? Тебя прислал советник. И да, всадник. Однажды я уже победил смерть. Могу сделать это снова. Понятия не имею, о чем ты говоришь. Конечно, нет. Ты все еще полон надежд. Очевидно, ты еще не встречался с советником. Советник не очень впечатляюще звучит. Тысячелетиями его язык вливает яд в уши мертвого короля. Именно он сидит на вечном троне и требует услуг. Кто ты? Я мастер клинков. Это все, что осталось от воина, человека, когда-то звавшегося рыбой. Я давно уже должен был пройти через источник душ. Но я завоевал свободу на арене. И только для того, чтобы упасть к ногам мертвого короля. У него приемы можно купить? А мне денег-то хватит? Неплохо. Ты бы получил место в моем войске. Пила какая-то. Блин, мне не хватит. Атлет. Мне чуть-чуть не хватит. Надо было все-таки продать тот вонючий амулет. Бледный всадник во плоти. Что здесь у нас? А с той стороны, может, хилка есть? Да. Есть хилка, он не хочет ее брать. Ну, молодец. Блин, я надеюсь, я не зря деньги потратил. И ничего сейчас крутого продавать не будут. Тут столько хилок валяется. Что это такое? Опять это почта. О, подарок неизвестный. Я приглашаю тебя к соревнованию в Горниле. Вечная слава ожидает тебя по завершении. Если выживешь, найди меня, если хочешь принять вызов. Вы можете попасть в Горнил, используя быстрое перемещение. Так, в преддверии нового пути все сокрыто неизвестностью. Путник делает первый шаг, будучи безумцем, и лишь в пути обретает звание. На карте мира открыта Горнила. Возьмите с собой эту карту и узнайте личность отправителя и его мотивацию. Сколько же здесь аптечек? Вот серьезно? Боже, это бред. То мне их не дают, то их тут целая куча навалена. Это и было мое задание, что ли? А мне не могли по почте там выслать как-нибудь это письмо?
никто не может. Впрочем, есть один способ вернуть его оттуда. Золотая арена. Там смертным дается последний шанс избежать гибели. В том числе победитель получает право встретиться с королем. Победи чемпиона арены и возвращайся ко мне с его черепом. Тогда его величество примет. И где эта арена? Не волнуйся, всадник. Мы уже на месте. Что еще? Что понадобилось Эхидне в вашем царстве? Насколько я знаю, у нее есть свое собственное. Да. Сумеречный мир веселее, где слепые сестры плетут свою паутину. На заре правления моего повелителя многие его враги сбежали туда. Мы охотились на них. Самой Эхидне чудом удалось ускользнуть. Возможно, она прячется здесь и все еще вынашивает свои дьявольские планы. До твоего короля были и другие, да, советник? Тут был другой, существо по имени Арн, но он был слишком безумен, чтобы усидеть на троне. Я помог моему господину избавиться от него и даже убил кое-кого из его подручных. Что бы мой господин без меня делал? Позволь мне поговорить с костяным владыкой, и я пощажу вашего чемпиона. Возможно, и тебя тоже, советник. Ты не можешь убить то, что уже мертво. Но ты можешь попытаться. На арене. Забудь то, что я говорил о пощаде, привратник. Расскажи мне о короле мертвых. Он правит целую вечность. Его слово закон. И его время бесценно. Я забочусь о том, чтобы он говорил только с теми, кто достоин. Значит, тебе не часто приходится его видеть, советник. Осторожнее на арене, Саня. Если с тобой что-нибудь случится, я никогда себе этого не прощу. Ну, мне уровень дали. Что это? Выглядит так себе. Так, сопротивление 62. Ну тут защита на 20 больше. Доспехи убийцы. Сопротивляемость поменьше. Ну пусть это будет. Очко умений, точно. Блин, я этим не пользуюсь. И другими способностями тоже. Можно птиц этих прокачать. Та дверь, что ли, открылась? Да. А дырку эту никто не убрал.
Это опять это фигня. Как ты сюда попал? Торговцу уведомы многие пути. Не о всех он может рассказать всаднику. Выбирай, что любо твоему сердцу. Тут вампиризм есть. Я лучше вот это продам. Или нет. Или да. Ну все, если что, я там купить смогу у него что-нибудь. Не что-нибудь, а последнюю эту способность. Опять сейчас драться с кем-то. Золотая арена. Здесь у нас что? Вот тут, наверное, двигать надо будет, да? Всякие штуки. Ниже у нас что? Могли бы лифт установить. Хотя, возможно, арена это именно вот это. Я не знаю. Надо туда сходить. Развернуть на эту дверь можно? Да. Это было несложно. Так, внизу ничего нету. Значит, я сразу сюда побегу. Хотя там сундучок, наверное, где-то. Вон там. Здесь карта появилась. Может, еще где-то здесь есть. Действительно. Отпусти. Ну, отпусти. Я собираюсь победить вашего чемпиона. Все претенденты так говорят, но большинство убегает в муках. Их души погибают. А на
Он, наверное, огромный. Да. В нем чувствуется сила. Он может сделать то, что задумал. Но наш чемпион — собачка, которую можно назвать. Ты должен привлечь его внимание. В этом опыте его сила. Души всех, кого он любит. Задания тут какие-то выдают свои. К чему все эти сложности? Это чтобы на арену спуститься, что ли? Где эти двери-то? Стой. Это что такое? Попробуй отыскать что-нибудь. А, вот подъем. Стоило добежать до конца. Ладно, я посмотрю, что здесь. Наверное, такое же ничего. Три камня тащить надо. Совсем обнаглели. Это даже не один. Это закрыто. Могу здесь подняться? Скажи, что да. Вот болвана. Но я могу подняться здесь. И это ничего не дает. Почему все эти сложности? Я вообще без понятия, куда мне идти. Где там прах-то летает. Блин, где спуск вниз? Где моя птичка? Я не вижу ее. Тут закрыты все двери. Птичка, ты этого не заметила? По крайней мере, две, а где третья?
Третья открыта. Но я сначала сюда сбегаю. Там выше подняться можно. Может, еще сундук есть? Там это фиговина. А, ну и сундук есть где-то. Где-то здесь, но он дальше. Ладно. Или нет, все-таки он выше. Косы. Я надеюсь, они не лучше моих. Иначе будет обидно, я столько свои вкладывал. И потом просто найду какие-нибудь крутые. Мне кажется, то, что все эти предметы я зря вкладывал. Когда я мог просто продать их. Это невозможно. Возможно и возможно. Как их доставать-то? Немного скелетиков. Да вы не отвлекайтесь, занимайтесь своими делами. Чем вы занимались? Просто ходили. Это еще не все. Ладно, я еще своих друзей позову. Он только вылез. Это повлияло вообще на количество его жизни? Да. Ну какой-то слабак. Как-то слишком много. Я щит свой врубил, да? Или нет? Они закончились. Надо что-то прокачать. Ладно, щит свой прокачаю. Может, хорошая вещь, кто знает. Я надеюсь, там есть какой-нибудь короткий путь, потому что я не хочу назад столько же бежать. Что дает эта кнопка? Какой ты баклан. Конечно, не торопись, а у тебя в руке взорвется. Чего тут взрывать не надо больше?
Или это та самая фигня, которую надо притащить? Вот сюда можно положить. Здесь что? Ладненько. Это нормально то, что здесь все закрыто? Сюда светить, наверное, должно что-то. Только вот что. Ты не хочешь больше работать? А он может с этой фигней бегать по стенам? Как это вообще работать должно? Может, это вставить куда-нибудь лучше сюда? Бегает с фигней какой-то. Положи. Тут птица моя сидит, может, там полезно что? Нет. Я не понимаю, куда вставлять. Может, это надо притащить сюда? А как притащить? Может, это бросить туда надо? Как бросать-то, блин? Он это не бросает. Молодец. А, стоп. Положи. Конечно же. Вставляй давай. Начнем отсюда. Нет. Не начнем, значит. Там может та фигня, которую ломать надо. Камень душ. Камень наделенной силы оживляет спящие ужасы. Для того, чтобы возродить чемпиона арены, нужен каждый из трех камней. Лучше бы
мои косы качались от количества убитых. Так было бы лучше. Может, это мой короткий путь? Кто знает? Камень. Но я не рассчитываю найти их все. Это, наверное, очень долго искать надо. Нереально долго. А этого убить можно? За что тебя посадили? Ладно, мучайся дальше там. Меня даже не похвалит никто. Ты можешь сам выбирать ее? Открыли для меня дверь. Сразу бы так. Там вот какой-то сундук. А как туда забраться, я не помню. Тут подъем, да. Ладно. Ладно, думаю, на этом можно закончить. Пока.